Судью унесли на носилках в матче плей-офф КХЛ. Линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание во время остановки игры между омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Судья еще, елки-моталки. Но у нас начало третьего периода, конечно, история. Причем сразу, да, носилки показывают. Сначала причиной перерыва была травма игрока «Авангарда» Клима Костина, а затем медицинская помощь понадобилась и арбитру. Известно, что судья попросил на шатыре у скамейки Ястребов, а после упал на лед без сознания. Прибывшие медики оценили состояние Иванова как стабильное. Его отправили в больницу для дальнейшего обследования. Встречу продолжили с одним линейным. Матч закончился победой «Омичей» 4-3. «Авангард» одержал уже вторую победу в серии плей-офф.